Здравствуйте, меня зовут Алла, я из Полтавы. Хочу засвидетельствовать о славе Божией. Господь в 16 лет постучал в мое сердце и дал мне надежду в жизни, потому что вокруг меня не было надежды за то, что у меня брат был в зависимости, папа. И Господь на протяжении 20 лет я служу Богу, веди меня к мечте, к цели. Я служу и помогаю таким людям, которые тоже находятся в зависимости. И через меня Бог приводит многих людей и дарит свою любовь людям. Также хочу засвидетельствовать о том, что Бог исцелил в том месяце, у меня был гнойный гайморит, и мне хотели его прокалывать. Но я верила, что только Божья сила может исцелить. И сверхъестественно я пришла на служение, за меня молилися, и Дух Святой прикоснулся. Когда я пошла сразу до врача, мне сделали обследование, сказали, гной просто ушел. Даже врачи не знают, куда. И Господь дал благодать также приехать сюда на конференцию. И когда молилась за исцеление, у кого болит спина, я вышла на молитву, Дух Святой сошел, и просто сверхъестественно Божья сила коснулась, исцеление пришло мгновенно в мое тело. А также перед поездкой на конгресс у меня на пальце образовался какой-то нарост. И просто кость увеличилась на ноге правой. И у меня сильно болело, не могла даже встать на ногу. Но я возложила руку, помолилась, за вечер просто стала Божья исцеляющая сила сошла. И также Бог меня касается, исцеляй мои эмоции, душу и мое тело. Вся слава Богу. Аминь.